Презентация в честь открытия учебного центра Pivot Point стала знаковым мероприятием для брестских мастеров причесок. Это международная школа парикмахерского искусства, у которой за плечами более 50 лет успешной работы, 3000 филиалов по всему миру и около 30 тысяч выпускников ежегодно. В учебном заведении обучаются как новички, так уже и работающие мастера, желающие совершенствовать свои навыки и умения. Этот международный центр находится в 79 странах теперь. Вот это вот 9-я страна наша, Беларусь, это впервые у нас в республике. Вот, это международная методика Pivot Point. Главный офис находится в Чикаго. Основатель этой компании, этого центра, Лео Пассаж. Подарки, розыгрыши ценных призов, показ модных образов, и это еще не полный список сюрпризов, подготовленных организаторами. Мастер-класс от ведущего специалиста парикмахерского искусства, а по совместительству и педагога школы Сергея Полейко показал, насколько виртуозно можно работать ножницами и расческой. Ему за четверть часа удалось на глазах зрителей создать уникальный образ модели. Будем обучать парикмахеров, модельеров, творцов. Вот. Хотим сделать так, чтобы в нашей стране все-таки появилось это. Все этого долго ждали, и вот сегодня это событие, это происходит здесь и сейчас. Вот. Я думаю, что всем понравится, я думаю, что мы будем пожинать все вместе потом плоды нашей деятельности. Pivot Point – лидирующая методика обучения во всем мире. Ее иногда называют Гарвардом для парикмахеров. Это прекрасная возможность реализации перспективы, превратить хобби в карьеру и максимально раскрыть свой творческий потенциал.